сейчас у нас проходит очередной Сахарфест. То есть продвижение новых технологий, новых гибридов. Агролига существует практически уже 20 лет. И будем говорить так, она является кузницей кадров, именно агрономических кадров. Вот такие совещания, семинары проводятся постоянно, собираются клиенты. То бишь мы пытаемся передать все свои знания, все свой опыт нашим клиентам. Поэтому я считаю, что Агролига – это одно из подразделений сельского хозяйства, которое важно для всего сельского хозяйства, не только, допустим, вот как очередная фирма-продавец. Заинтересованность у наших специалистов и специалисты, я произношу это гордо, потому что у нас работают действительно специалисты, люди с агрономическим образованием, с опытом работы. То есть они знают, что такое сеялка и что такое культиватор, не только, что такое препараты, что такое семена. И я думаю, за Агролигой будущее. Меня зовут Наталья Пешехонова, компания BetaSeed. Я являюсь генеральным директором ООО BetaSeed в России, отвечаю за весь бизнес в России, за продажи, за маркетинг, то есть за все активности, которые делает компания BetaSeed на российском рынке. В том числе в моей зоне ответственности находится работа с нашим дистрибьютором компании Агролига, на мероприятии которых мы сегодня, собственно, находимся. Касательно нашей компании, что могу сказать, мы на рынке российском работаем с 2010 года. Как раз с нашим партнером, с компанией Агролига, мы начали сотрудничество в 2010 году, и с 2011 года группа компании Агролига России являются нашими эксклюзивными дистрибьюторами. Вот уже на протяжении, получается, больше 10 лет. Благодаря работе с Агролигой мы занимаем на сегодняшний день на рынке российском от 10 до 11% в зависимости от посевных площадей, которые в России сеются. Да, то есть это примерно 1 000 000 гектар плюс-минус по годам, в зависимости от того, какая складывается конъюнктура на рынке. У нас хороший гибридный состав, оптимальный для разных регионов выращивания сахарной свеклы. Все это можно, естественно, купить у Агролиги. Сегодня мы собрались здесь на мероприятие, которое называется «Сахарфест». Это уже, можно сказать, традиционное мероприятие, которое Агролига проводит уже в третий раз, по-моему. Единственный год, который не проводился, это был ковидный 20-й, и тогда мы ничего не смогли провести. Традиционно на это мероприятие Агролига приглашает всех свекловодов юга России, не только Краснодарского края, в том числе Ставропольский край, Ростовский. В этом году, я знаю, даже приглашали Центральное Черноземье своих коллег из других регионов с их клиентами. В рамках этого мероприятия, что мы стараемся сделать вместе с Агролигой и с другими партнерами Агролиги, это показать наши продукты, технологии, которые есть в нашем портфеле, пакеты продуктов, которые мы можем предложить, эффективность, да, там, как мы можем повысить, помочь клиентам стать более эффективными с помощью наших гибридов или там, других продуктов, которые есть у компании Агролига. Делимся нашими знаниями, нашим опытом. Надеемся, что он людям помогает в их работе и помогает добиваться хороших результатов в поле. Добрый день, я представляю Союз Россахара. Меня зовут Матрёничев Кирилл, и на сегодняшнем мероприятии я расскажу вкратце вам о рынке сахара России, также дам небольшую вводную по международному рынку. Мы на самом деле уже очень давно сотрудничаем с Агролигой и проводим и участвуем в Сахарфесте уже не первый год. Соответственно, все, наверное, уже знаете, что Союз Россахар – это некоммерческая организация, которая была основана в 1996 году. Сейчас членами нашего союза являются 73 члены, которые представляют собой компании, заводы, научно-исследовательские институты, центры и так далее. И основной нашей задачей, конечно, является это поддержание российского рынка сахара, российской промышленности сахарной, чтобы нам всем жилось хорошо и сладко. Значит, на этой площадке мы заложили, все поле заложено 980-м гибридом. И среди них присутствует 7 гибридов BetaSeed, разные по названиям увидите, а потом их.
И вот эти вот в мешках вот здесь, это два новых гибрида, которые на этой площадке не присутствуют, ввиду того, что семена поступили позже. Мы их заложили на других площадках. По обработкам. Значит, первую обработку хозяйство проводило бетоналом Expert Off 1.1. Добавляли везде арбитр по 20 граммов. Значит, вторая обработка была проведена бетоналом Max Pro по 1,5 литра, также с Карибу. Добавляли, первую добавляли 50 граммов Фронтьера, во вторую добавляли мы Dual Gold. Следующая обработка, третья, была также проведена бетоналом Max Pro и Arbiter, и Dual Gold. И проведено три фунгицидные обработки. Это Abacus Ultra, вторая обработка была Mr. Extra и третья Abacus Ultra. Ну и добавлялась в эту схему микроэлемент Бор. Бор агритекновский наш. Так что вот это то, что есть у нас по обработкам. Кому какие интересные будут вопросы, можете спросить. Значит, буквально после 1 августа, даже до 10, свекла стояла в идеальном состоянии. То есть лист был сохранен. И уже после 10 начало проявляться заболевание. Но отрастающий молодой лист, по крайней мере на сегодняшний день, эффективен. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Процков Максим. Я менеджер по применению и развитию продуктов БАСФ на сои, бобовых и сахарной свекле. Сегодня мы принимаем участие на мероприятии, которое организовала компания Агролига, наши партнеры. Мероприятие называется «Сахарфест». И в данный момент мы находимся на демонстрационном опыте. На поле, на котором заложены несколько вариантов гибридов сахарной свеклы. Также применены различные схемы минерального питания, микроудобрений. И на данном участке обработаны все посевы препаратом Abacus Ultra. Это продукт компании БАСФ, двухкомпонентный фунгицид, который применялся на данном участке дважды, в норме 1,5 литра на гектар. Дата обработок 6 июня и 17 июля. БТС 3560, также гибрид нормально сахаристого типа, рекомендован на среднюю и позднюю уборку, высокая устойчивость к корневым гнилям, средняя устойчивость к циркоспорозу. Этот гибрид у нас на полях в этом году первый год. Будем смотреть, как он себя поведет в наших южных условиях. Значит, следующий гибрид БТС 590. Нормально сахаристого типа. Гибрид, который рекомендован для всех видов уборки. То есть на раннюю, на среднюю, на позднюю. Хотя буквально вот 2 года назад мы его рекомендовали только на раннюю и среднюю. Вот. Ну и по итогам опыта мы еще и рекомендуем на поздний срок уборки. Значит, гибрид очень устойчив к мучнистой росе. Но на сегодняшний день он у нас на этом вот участке рекордсмен. И вы можете видеть показатели его в цифрах. Значит, средний вес корнеплода почти килограмм, 981 грамм. Сахар 21,5. Урожайность за 1000 центнеров, 1069 центнеров с гектара. Гибрид БТС 950, нормально урожайного типа. Гибрид, который имеет среднюю устойчивость по циркоспорозу, также средняя устойчивость по корневым гнилям. Это второй гибрид по урожайности, если брать средняя урожайность по всем нашим гибридам. Вот это гибрид БТС 950 занимает второе место у нас по урожайности. Мы подошли к нашему лидеру. Это БТС 980 нормального типа. Рекомендован для уборки в средние и поздние сроки. Но я этот гибрид называю как универсальный солдат. И не случайно, потому что вот даже сегодня я связывался с некоторыми хозяйствами в нашем крае. Этот гибрид уже начали убирать. То есть вы понимаете, это не средние и даже не поздние сроки. Да? Это, скорее всего, ранние сроки уборки. Но, тем не менее, хозяйства убирают этот гибрид и начинают именно с этого гибрида убирать. И получают хорошие результаты. И я спрашиваю, а чем же он вас прельщает, этот гибрид, у агрономов, то есть обратную связь получаю. Ну, во-первых,
хорошая выровненность по полю. То есть гибрид прекрасно выровнен по размеру корнеплода, по всходности и так далее. Следующий момент. Он, хотя у него средняя устойчивость к циркоспорозу и средняя устойчивость к корневым гнилям, но тем не менее при правильном технологии обработок, защиты, этот гибрид чувствует себя великолепно и дает очень хорошие высокие показатели, как по урожайности, так и по сахару. Огромное спасибо, что вы нашли время приехать, послушать то, что мы расскажем, посмотреть то, что мы вырастили на наших делянках. Время интересное, переходное, поэтому мы постараемся донести максимально информации, которая будет вам полезна. Ну и приезжайте к нам почаще, мы будем всегда организовывать и будем продавать вам семинар ВТСМ. По итогам 2021-2022 года, да, мы видим увеличение урожайности и выхода сахара с гектара, что позволило нам производить достаточно сахара для внутреннего потребления. Здесь мы привели соотношение, да, по структуре севооборота сахарного свёкла, где показано, что независимо от товаропроизводителя, соотношение остается где-то порядка 30 на 70, что говорит о влиянии независимости от товаропроизводителя в целом на посевные площади. Одна из таких технологий, которую наша компания разработала, называется ВТШИЛ. Это премиум обработка семян, которая включает в себя максимальную протравку, такую, например, как произвеж... в нее пакет для России, который делается. Для Европы она может немножко отличаться, потому что там свои препараты, другие могут быть. В России мы ее поставляли вот в прошлом году с обработкой Crozier Force, с добавлением Vibrance Extract для фунгицидной составляющей от Сингенты препарат и Чигарян. То есть вот эти четыре препарата были, выступали в качестве защиты. Помимо этого, еще в эту обработку добавляются биологические препараты с микроорганизмами, и также мы используем для таких партий семян более улучшенную систему активации и прорастания. То есть она адаптирована, она новая, с новыми всякими там своими тайными вещами. Ну и в итоге это такая усовершенствованная технология производства семян, которая направлена на то, чтобы растение, попав в почву, в стрессовые условия, лучше выдерживало этот стресс. У нее лучше развивается корневая система благодаря этому, этой технологии. Улучшается фиксация из почвы фосфора и железа по нашим наблюдениям. Мы видим также, что в полях лучше всхожесть, более равномерная всхожесть в большинстве опытов была. Ну и в растениях, в листве было больше содержания хлорофилла. Это значит, что лучше идет фотосинтез, лучше идет вообще функционирование растений. В чем преимущество нашего азота? Это как бы он жидкий. Его можно налил в опрыске, размешал и поехал сразу. Не как карбамид, не как сложное удобрение, которое надо полдня размешивать, в ведре выливать, и биоред, то есть температурный режим, все нарушается. Вот сейчас слайд, смотрите, сравнение карбамида с нашим азотом. У карбамида pH 7, у нашего 4. Содержание биорета у карбамида 1,2, у нашего 0,05. Не совместим с пестицидами карбамид, нас полностью совместим, только чтобы не были дженерики. Это такие как Сингента, БАС, БАЭР, это проверенные все препараты, поэтому можете делать баковую смесь без проблем. Для нас, конечно же, интересен циркоспороз, который может снижать урожайность порядка на 30-40%, снижать также выход сахара, вы это все прекрасно понимаете. Также условия для распространения, опять же, наличие осадков, влаги, либо даже наличие роз утренних, также способствует развитию данного патогена. Любит высокие температуры, 25-35 градусов, прекрасно развивается. Больше 40 резко наблюдается остановка развития. Также меньше 16 градусов данный патоген тоже не развивается. Ну, на данном слайде симптомы данного заболевания. Мы получили приглашение, значит, от компании «Агролига», которая, ну, по всем отношениям авторитетная компания и всегда
нам интересны были их предложения по многим направлениям. Прежде всего, мы давно уже сотрудничаем с этой компанией в плане приобретения средств защиты растений. И в течение многих лет их препараты очень хорошо себя зарекомендовали своей эффективностью, а специалисты компании своей надежностью, своим сопровождением препаратов. То есть у нас не выстраиваются такие отношения: купи-продай, и я вас больше не знаю. Значит, и случалось так, что были какие-то трудные периоды, и никогда не отмежевывалась эта компания, они как бы переживали и за наши результаты. Пустошали и показывали, что рыбка пустая. Я же так чувствую, отойдите, ребята, только как костям не видно. Пусть будет вот этот. Или вот этот. Вот. Какой номер видно? А вот так? 14, друзья! День рождения мой! 14 номер! Куда тебе, сынок?